Сегодня здесь было венчание в одной из рижских церквей, которая называется Старая Гертруда. Эта церковь – один из лучших памятников неоготического стиля. В Риге была построена в середине XIX века и посвящена покровительнице Риги, святой Гертруде. Если кто-то помнит, здесь снимали фрагмент фильма «17 мгновений весны» в начале 70-х годов. Здесь совершаются богослужения, венчания, а также очень часто бывают концерты органной музыки. Здесь расположен один из лучших в Риге органов, которые только что можно было услышать.